Всем привет, это «Квартирный вопрос», я Илья Западенец. Это наш второй проект в Перми. Я уже почти освоился в городе, уже меньше смотрю в экран смартфона на карты и больше по сторонам. И заметил одну интересную деталь. Здесь на каждом шагу изображение не совсем обычных зверей. Альфис, привет. Добрый день. Это Альфис Сабиров, скульптор и участник нашего сегодняшнего проекта. Что это и кто это? Звери повсюду. Мне иногда даже кажется, что у меня паранойя. Это пермский звериный стиль. Здесь мы видим медведя. Это самые популярные звери у нас нашего города. Да. Начало истории датируется с 5 века до нашей эры. Это культовые такие изображения. Вся вот эта архаика, она тоже присуща моим работам. Даже первые заработки были связаны с пермским звериным стилем. Бронзовые изделия, которые дарились нашим гостям города. Есть что-то для нас? Есть. Спасибо, очень приятно. Ну, главный подарок Альфис, конечно, сделать нашим героям. Что это будет, пока секрет, но разговор про пермский звериный стиль зашел сегодня не случайно. И мы уверены, что точно попадем в цель. Капитан внутренней службы Нина Изотова – человек, нацеленный на успех. На пятерочку стреляла! В декрете решила научиться танцевать. И через год победила на краевом конкурсе в номинации «Арабский танец». А во время учебы на отделении журналистики взяла в руки камеру, и награды на фестивалях документального кино не заставили себя ждать. Один из моих фильмов был вот про семью, которая живет в заброшенной деревне, то есть кроме этой семьи больше там никого нет. И вся семья живет в очень таком ветхом домике, бедно, но они по-своему счастливы. И так случилось, что во время съемок моего фильма у них происходит пожар, сгорает вообще все, и вещи, и козы. Для меня важна именно как раз вот эта часть, что я могу чем-то помочь героям. Чем больше их людей увидят, тем больше помощи и поступает. Острые сюжеты подбрасывает и работа в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Героиня очередного фильма Нины – женщины, которые подвергались домашнему насилию, а в результате сами оказались за решеткой. И сейчас начинают новую жизнь в реабилитационных центрах, таких как этот. Мне важно показать, что когда женщина оказалась в такой сложной ситуации, что у нее действительно есть шанс на новую жизнь, что не все от нее отвернулись, и есть люди, которые готовы протянуть ей руку помощи. В личной жизни самой Нины таких проблем, к счастью, нет. С Сергеем они познакомились еще в институте. Летом вместе работали проводниками на поездах дальнего следования. Общие рейсы, они нас как-то сплотили, может быть. Мы быстрее всех делали всю работу. Что она была плохой полицейский, а хороший. Все пассажиры так говорили. Сергей – инженер-технолог и мастер сюрпризов. На 8-летие свадьбы подарил жене романтическую поездку на лошадях, вызвав у нее перед этим немало тревог и даже ревности. Я стал ходить в тайне от жены. Он целый месяц в тайне от меня ходил, учился. В верховой езде. Она постоянно подозревала меня, почему от тебя чем-то пахнет, я не понимаю, чем. Я говорил, я не знаю. Ну, потом выяснилось, что это лошадью пахло, а я не могла понять, что за странный запах. А в итоге? Мы катались там целый час вместе на лошадях. Сережа уже уверенно сидел, галопом скакал. Там в конце поездки нас ожидала палатка, она была усыпана вся лепестками роз, там было шампанское, клубника в шоколаде. Все, как гласит народная мудрость. С милым Раей в шалаше, в палатке и в новой квартире, куда Изотовы не так давно въехали и все еще продолжают обустраиваться. Первой комнатой, где сделали ремонт, стала детская. Сразу после покупки жилья они узнали, что после долгих лет ожидания и диагноза бесплодия станут родителями. Она мне сообщила на 14 февраля. Он так спросонил сначала, не понял, а потом вскочил, такой, обнимает меня, мы радуемся, плачем. Вот маме, когда тоже показали этот тест, мы все вместе плакали. Когда пришли на УЗИ, мы попросили доктора, чтобы он написал на бумажке пол ребенка, и эту бумажечку мы отдали кондитеру. Сказали, что начиночка должна быть розовая, если девочка, голубая, если мальчик. Потом мы этот тортик разрезали, там оказалось розовый. Но я вот всегда, в принципе, девочку хотел. Валентина, после того, как ушел из жизни ее муж и отец Нины, азербайджанец Рафик Исмаилов, живет с семьей дочери. Сама она стопроцентная коми-пермячка и часто балует родных блюдами национальной кухни. Например, пирожками с пистиками. Пистики
Это полевой хвощ. Он растет весной, когда снег растает на полях. Это испокон веков у нас ели. И даже говорят, во время войны пекли хлеб из этого хвоща. Много блюд делают из листиков. И омлеты, и даже с картошкой делают. Но пирожки – это самое первое блюдо. Итак, пробуем. Ну как вам? На что похоже? На пироги с мясом, если честно. Загадывайте желание. Это желание, намекну, связано с вашей кухней. Загадал. Держи. Как вам здесь готовится? Тесновато бывает, но готовим всегда вкусно. Здесь 9 квадратных метров. Здесь иногда на этой кухне бывает по 20 человек. Поэтому, конечно, нам хотелось бы при возможности... Расширить. Да, расширить кухню. Есть куда расширять. Здесь у нас кладовка. Вот в этом коробе. Да, вот здесь. Место, где сосредоточен весь ненужный хлам, как у всех, наверное. А куда его тогда убирать, этот ненужный хлам? А у меня, знаете, такое, ну, не будет кладовки, не будет барахла. Там еще находятся стояки. Водоотведение у нас сделано два отдельных стояка. Ага. Один для кухни, другой для ванны. Понятно. И то есть это надо тоже как-то согласовывать, потому что там есть какие-то мокрые зоны, которые нельзя там расширять, допустим. Мне очень нравится ваш вид. Вот смотрел бы и смотрел сюда, не отрываясь. Есть такая тоже мечта перенести раковину вот в зону окна, как раз таки в связи с прекрасным видом. Еще важно, чтобы на кухне не было острых углов из-за того, что маленький ребенок. Я заметил. И чтобы пол был теплый, и чтобы здесь было очень уютно. Самое важное, наверное, чтобы телевизор остался. На подоконнике есть. Ну мы посмотрим. А пока предлагаю нам по пирожку, и мы начнем. Согласна. Да? Давайте. Привет! Как дела? Отлично! В мастерских пермских художников автор сегодняшнего проекта Мария Рапекта всегда желанные гости. По первому образованию она культуролог. Работала в галерее и курировала крупные выставочные проекты. Потом отучилась на дизайнера. Теперь не только проектирует интерьеры, но и подбирает для своих заказчиков объекты искусства. А также участвует в фотосессиях коллег как интерьерный стилист. Ее зоркий взгляд всегда выхватывает именно тот образ, который придаст интерьеру особое настроение. В мастерской Марии Коноваловой, например, нашу Машу привлекла вот эта работа. Это постер-афиша для нового документального фильма о Перми, который называется «Сказительница». Сочетает в себе современную Перми и отсылку к пермскому звериному стилю. Очень интересно. Пока неизвестно, появится ли этот постер или другие работы Марии на кухне Изотовых. Но ход мысли уже прочитывается. Маш, ну что, договорились? Ох, договорились. Ну что, Маш, сможем? Я думаю, да. Вот это вентиляционный короб. Это точно не трогаем, а вот это... Думаю, что все возможно. Если вдруг что-то пойдет не так, то мы оборудуем в кладовой системы хранения. Нина будет довольна. Нина будет довольна, это точно. А вообще, даже если мы останемся в размерах вот этой комнаты, вот этой кухни, здесь хватит места для всего, что просили герои. Нина мечтала о мойке окна. Она будет? Ну, конечно, такой вид. Ну, посмотри, я сегодня залип буквально. Вот единственный момент, мы ставим посудомойку. Да. Что они тогда здесь будут мыть-то? Фрукты, овощи. Хорошо. Здесь будет витрина светящаяся. Да. Разместить какую-то красивую посуду, бокалы. И все-таки здесь такая зона у окна, она такая парадная. Конечно. Животные. Это тема вообще сегодняшней переделки. Да. У наших героев есть интересная традиция. Они из каждого путешествия стараются привезти что-то связанное с лисами. Да, я знаю. Когда Сергей делал предложение Нине, он подарил ей кольцо с гравировкой лисы. Получается, что из родного города у них нету лисы. Ага. Да. И она появится. И она появится. Вот на этой стене прямо. Отдаем зверинцу целую стену. Не зверинцу, а пермскому звериному стилю. Это различные тотемные изображения животных, богов, людей, которые были оформлены в такие пластины, и они были призваны защищать жилище от злых духов, от напастей. Обереги. Обереги. Лисы, кстати, там не было. Мы ее создадим как тотем именно для этой
семьи. А весь цвет, вот этот вот лисий, бронзовый, такая смесь, она уйдет на фасады. Маша, у тебя сегодня дебют. Да. Причем на родной земле. Да. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты рассказала за кадром очень милую историю о том, что ты когда-то писала в «Квартирный вопрос», а потом подумала, что нужно просто дождаться от нас письма. Да. Я узнала, что есть такая система «Дизайн человека». Мне сделали расшифровку моего бодиграфа и сказали, вам нужно всегда ждать приглашения. И я его дождалась. Поздравляем тебя. Спасибо. И начинаем переделку. Далее в программе. Илья задает много вопросов. Кто придумывал такие идеи с пупырышками? У тебя дома висит плитка такая? Почему не все в золото обращаем? А почему мы сразу светодиодной лентой не посветили? Ответы будут, но не сейчас. Нужно, чтобы осталась хоть какая-то интрига. Что это называется, похороните меня за плинтусом. Отрезаем или оставляем это? Да я бы оставила, мне кажется, это забавно. К, В, главное Н не написать, а то это уже другая программа. «Квартирный вопрос» начинает свой второй проект в Перми. Перепланировку мы согласовали и смело снесли кладовку. Кухня Изотовых станет больше на 3 квадратных метра. Металлический направляющий профиль с уплотнительной лентой задал линию новой стены. Такой же напротив на потолке. Между ними металлические стойки, скрепленные просекателем, и обшивка – листы гипсокартона. Внутрь каркаса с уже проведенной электрикой закладываем каменную вату и зашиваем полностью. У стены, вдоль которой встанет кухня, тоже выстроили металлический каркас. Трубы коммуникации спрятали в короб, фанерой усилили места крепления верхних шкафов и закрываем всю эту начинку гипсокартоном. Верхний свет будет встроенный, поэтому сооружаем подвесной потолок. Профили крепим на прямых подвесах. На них все те же гипсокартонные листы. Стыки фрезеровали под ширину армирующей бумажной лентой. Теперь заполняем универсальной шпаклевкой. В потолке прорезаем гнезда для светильников. Места фиксации дополнительно укрепляем фанерой. Корпуса из микроармированного гипса прикручиваем на кронштейнах так, чтобы они были заподлицо с поверхностью. Перед покраской все шпаклюем. Краску выбрали немецкую, латексную. Она легко распределяется и образует шелковисто-матовое покрытие, устойчивое к влажному мытью. Оттенок называется куркума. Малярным скотчем обозначены участки, куда позже будем клеить карниз и плинтус. Илья, между тем, исследует места обитания фантастических тварей. В Перми они буквально на каждом шагу. На крышках городских люков медведь в жертвенной позе. Это одно из самых известных изображений, найденных в Прикамье бронзовых бляшек. Возраст этих культовых изделий, как утверждают ученые, составляет до 2500 лет. Но сегодня мифологические человека-лоси, люди-птицы и собаки с хвостом бобра во многом определяют пермскую мистику. Или пермистику. Этот емкий остроумный термин охватывает все – от истории края до содержимого ларька с сувенирами. Пермский звериный стиль стал городским брендом. Один из центральных отелей украшает витражи художника Равиля Исмагилова. В соседнем с ним сквере в годы Пермской культурной революции установили скульптурную композицию «Каморика» из кунгурского известняка и уральских металлов. Тогда же на окнах местного ЦУМа появились огромные наклейки дизайнера Ивана Моисеенко. А на здании, у которого мы начали этот выпуск, лепнина с медведем в жертвенной позе выполнена в стиле модерн. Вообще, медведь – самый почитаемый зверь народа Коми. Красуется он и на гербе Перми, и на городском общественном транспорте. Эту эмблему культурологи назвали полигональным медведем, и к звериному стилю она имеет весьма опосредованное отношение. Взгляд современного человека. Свою интерпретацию темы предложит и Альфис Сабиров, в мастерскую которого едет на трамвае Илья. Работа над плитками для нашего декоративного панно почти закончена. Будем принимать. Снимаем.
как пленочку с нового телефона снимаешь. Вот эта резина, она позволяет вот эти все фактуры, все вот эти мелкие детали сохранить. Вот, даже отпечатки пальцев у нас здесь видны. Следующее. Снизу придерживаем. Угу. И сверху. И сверху, да. Вот она. Вот узнаю уже образы. Лиса. Голова лисы. Вот у нас три такие разные формы. Самое основное – это у нас еловая ветка, символ мира. И в этом мире вот существует сама лиса. Мы с дизайнером, с Марией обсуждали. И в итоге вот через где-то три эскиза, три варианта мы пришли вот к такому варианту. Вот к этой варианту, лисе. Да. К идеальной лисе, по мнению Марии Рапек. Да, вариант первый. Вот он. Ну, такая страшная лиса немножко. Жутковатая. Это помилее. Ну, самое что ни на есть пермский звериный стиль. Верхний мир, средний мир и нижний мир. Верхний это мир божества. Средний – это сам человек, ну и внизу – это такой подземный нижний мир, где обитают другие духи. Второй вариант – вот этот. Опять же, здесь нам не понравилось, и мы решили, что все-таки надо поискать еще другой вариант, подойти к стилизации более четко, более интерьерную такую историю показать. Ну, и в итоге, я думаю, нам… И получился вот этот вот гордый лис. Да. У нас 34 плитки будет в интерьере. Я хочу, чтобы и моя там была. Можем сделать 35? Можем. Давай. Стоит пояснить, что плитка у нас делается из обычного гипса. Форму вообще любую можно придумать, да? Любой сложности, любого размера. Рельефы львов. Я их делал для своих детей. Детям тоже интересно рассматривать то, что на уровне своих глаз. А обычно все картины, все какие-то другие предметы искусства, они находятся на уровне глаз взрослого. Я хотел опустить это немного ниже и таким образом создать друзей мифических для своих детей. Да. Класс. В гипсе появляются вот эти вот пузыри. Сейчас будем замазывать рельеф кисточкой, поэтому мы все эти пузыри будем выгонять из тех мест, где они останутся. Сильнее, чтобы она затекала во все наши углубления. Кажется, это таким хрупким материалом. Насколько долговечна эта плитка? Это очень такой высокопрочный гипс. У тебя дома висит плитка такая? Висит. Где? В ванной. Я не сильно за нее боюсь. Есть план и в прихожую большой такой рельеф сделать. Ждем, пока застынет? Да. У нас есть время рассмотреть сокровища. Работы Альфизы Сабировой хранятся в коллекциях по всему миру. В Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Токио. Здесь в мастерской есть и необработанные заготовки, и остатки лимитированных серий. Как вот эта работа. Самая первая, которую Альфиз называет автобиографичной. «Мальчик с мечом». И это единственный экземпляр у тебя остался? Да, единственный. Их бывает у меня несколько экземпляров, и обычно они расходятся по коллекциям. Единорог из нашей деревни. Одна из них хранится, например, в Лондоне, в коллекции даже в частной. Образ единорога – это светлый, возвышенный. А здесь мне интересно было показать единорога через образ быка. Перед нами существо с опытом. Вот он был в какой-то битве, возможно. Потерял рог, из-за этого приобрел себе лучшие качества. А вот это что? Называется «Пораженный». Это тоже одна из основных тем. Вертикаль борется с горизонталью. Я нарочито удлиняю вот этот вертикаль посредством вот этой косички. Попытка и желание дать ему большие силы. Руки выполняют роль рычага, и как будто бы, Пройдет время, и он встанет и пойдет дальше. Надо же, какой у тебя стеллаж на подумать. Сколько в этом философии? Посредством скульптуры можно многое говорить про ценность вообще жизни. Откуда человек пришел и куда идет, да? Я правильно понимаю, и плитка наша тоже большое значение, получается, имеет? Да, да? Конечно, да. Вот. Она уже высохла? Всему есть свой смысл. Моя первая плитка. Я надеюсь, там то, что мы запланировали. Есть! Могу поставить здесь автограф? Да. К, В, главное Н не написать, а то это уже другая программа. Возвращаемся на кухню Изотовых. Стяжку уже обработали полиуретановым грунтом, приклеиваем к ней паркетную доску. Клей двухкомпонентный, плашки трехслойные, замки обеспечивают дополнительную прочность примыкания. Дубовая поверхность обработана матовым шелковым маслом. Дверь будет высокая, 2 метра 20 сантиметров. Короб полностью подготовлен к монтажу на фабрике. Полотно из коллекции «Фантом» по дизайну Рикардо Джованетти. В каталоге представлены 17 вариантов фрезеровки. Мы выбрали один из них.
Плавные линии вторят форме будущих фасадов кухни. Ручка с покрытием Soft Touch. Телескопические наличники крепятся легко и быстро. Немаловажная деталь – магнитный ограничитель. Новая стена, ровная. Получилось у нас таки, Маша, сделать правильный какой-то проход здесь, правда? Да. Здесь у нас получился достаточно свободный большой коридор, а там достаточно свободная кухня. Кухня и правда стала гораздо просторнее. Нет этого короба уже, вы посмотрите, танцевать можно. Очень приятный кремовый цвет. Даже если ты обратишь внимание, светильники гипсовые встроены, мы покрасили этим цветом внутри. Зачем? Некоторые их оставляют белыми, потому что якобы включается лампочка, и этого не видно. Но когда лампочка не включается, это видно. Это такой вот последний штрих, так скажем, чтобы вообще нигде не появился дополнительный вот этот вот белый оттенок. Или дизайнерская духота. Или дизайнерская духота, да. Все должно быть идеально, все должно быть проконтролировано. Все должно быть прокрашено. И у нас это абсолютно есть. Даже учитывая, что здесь будет панно на этой стене, мы эту стену тоже покрасили аккуратно. Все такое ровное. Строители у нас постарались. Да. Пользуясь случаем, выражаем им огромную благодарность за это. Красивая дверь. На фабрике нам могли сделать любой рисунок алмазной фрезеровкой, но мы подобрали с тобой вот именно такой плавный узор. Хотя и лису из звериного стиля мы тоже могли здесь повторить. У нас придут герои, они будут стоять за дверью, и нужно, чтобы осталась хоть какая-то интрига. Uh-huh. То есть если мы тут прямо сразу же нарисуем лису, то они не удивятся, увидев ее на вот этой стене. И вот раз уж мы говорили с тобой о дьяволе в деталях, здесь вот этот прекрасный стопор, дверь... покорно останавливается. Вот здесь вот ручка не задевает нашу стену, не портит краску. Язычок вылетает, как только понимает, что магнит рядом. Да, это очень классная вещь. Вообще, у нас режиссер просто залип на этом моменте. Если режиссер квартирного вопроса доволен, друзья, значит, у нас точно все классно сделано. И минималистичный такой, да, так и не скажешь, что здесь что-то здорово. Вопрос один. Почему у нас на полу в кухне паркет, Маша? Герои просили, чтобы пол был теплый. И чтобы это была не плитка и не керамогранит. Поэтому ничего не оставалось, как постелить паркетную доску. И пойти на поводу наших героев. А как же практичность? Она очень практичная. Во-первых, смотри, она очень плотно приклеена к стяжке. Ее не поведет. Даже если там попадет какая-то вода, она не разъедется за счет того, что она очень плотно прилегает к полу на клей. И даже если появятся какие-то царапины или какие-то сколы, можно купить специальный карандаш. Восковой. Да, и отреставрировать. Или все залить маслом и растереть. На самом деле приятная, мне кажется, процедура. Единственное, что мы пока не меняли в интерьере, и менять не будем, это новое окно наших героев. Да, оно у них замечательное, теплое. Но и то, что неизменно, это вид на Пермь. Кухонные шкафы выстраиваем с размахом буквы «Г» по двум стенам. Корпуса из австрийской ДСП, оттенок ламинации нежно-черный. Шкафы до потолка скрывают в том числе и водные стояки, тут они более узкие. Вся фурнитура тоже австрийская. Выкатные механизмы и петли с доводчиками. Дверцы из МДФ отделаны пленкой «Бронзовая руда». Их округлая форма разработана специально для нашего проекта. Шкафы верхнего яруса светлые, в пленке «Soft Gelato» или «Мягкое мороженое». Одну из дверей скрепим непосредственно к корпусу встроенной стирально-сушильной машины. В соседнем шкафу-пенале укрылся холодильник самого высокого класса энергопотребления. Посудомоечная машина на 14 комплектов посуды. Корзины регулируются по высоте. Вытяжка с сенсорным управлением, размещенным на стеклянной панели, за которой скрывается жировой фильтр. В духовом шкафу дверца из тройного стекла будет безопасен для маленькой Евы. Столешница из искусственного камня «Грандекс». Производят его в Южной Корее из медицинской глины и акриловых смол, нетоксичных и экологически безопасных. Варочная поверхность с функцией «Буст» мгновенно повышает мощность для быстрой готовки. Японская врезная мойка из керамического композита – лауреат премии «Red Dot». Дополняем ее высоким смесителем с вытяжным шлангом и дозатором моющего средства. Под мойкой устанавливаем компактный японский водоочиститель. В углу прямо на столешницу ставим шкаф-витрину и закрываем дверцей из бронзового стекла в латунной раме. Фартук тоже бронзовый, зеркальный.
Вот никогда не понимал хозяек, которые мечтают мыть посуду напротив окна. У тебя есть такая мечта, Маша? Все хотят. Ну, на самом деле, то, что мы перенесли сюда мокрую зону, мне кажется, главное достоинство этого помещения. Такой, знаешь, алтарь у нас получается. Да, еще обратите внимание, мы сделали откос зеркальный. Ты видишь такую 3D-картинку. Немножко еще мозг ломает, я вот так тебе скажу. Я, например, смотрю, у меня впереди кама, направо смотрю, еще одна кама течет, да? Но это все гораздо интереснее делать пространство. Ты еще дополнительно попросила, чтобы бронзовый оттенок этому зеркалу дали. Да, да, потому что у нас в кухне очень много этого бронзового цвета, все совсем сочетается и столешницей, и с мойкой, и с садом. Да, окно открывается. Да, посмотри, какой миллиметраж, да, в этом. Все выверено просто. Все выверено прекрасно. Смеситель красивый. И дополнительно от этой же компании у нас система фильтрации воды. То есть герои смогут не только мыть эту посуду на фоне пейзажа, но и пить очищенную воду на фоне такого пейзажа. И витрину, которую ты хотела, вот этого немножко, это торжественно, она тоже здесь появилась. Да, потому что всегда у людей есть какая-то красивая посуда, может быть, какие-то памятные вещи. У нее, кстати, очень... Вот включи здесь кнопочка. Вот это черная? Да, да, да. Очень красивая подсветка, она встроена прямо вот в саму полку и дает очень такое спокойное, красивое свечение, можно использовать даже как вечерний вариант освещения. Нижние фасады тоже за собой скрывают очень много хранения. Мне особенно нравится форма. Да, мы на самом деле с мебельной компанией первый раз изготовили такой фасад специально для передачи. И я считаю, что кухня выглядит просто неповторимо именно в этом исполнении. Стыковочные элементы, они все также скруглены и внизу, и вверху, везде идет вот это скругление. Вот эта пленка бронзовая тоже интересная, она не монохромная, есть какие-то у нее дополнительные оттенки. Мы делаем отсылок к вот этому пермскому звериному стилю, и мне кажется, что вот этот материал, он очень похож на пластины, из которых... На которых изображены да, эти звери. Да. И только верхние фасады у нас в белом цвете. Все можно спрятать вообще. Единственный спорный момент, ну давай его как-то, не знаю. Давай его подсветим. Этот спорный момент. Вот. Зеркало вместо фартука. Что тебя смущает? Ну, меня смущает, что отчетливо будут видны жирные пятна после готовки. У меня дома очень много зеркал, в том числе и на фартуке. Очень просто ухаживать, на самом деле. То есть берется любое средство для стекол и зеркал, протирается, и нету никаких следов. И еды будет в два раза больше. Ставишь сюда 10 пирожков, кажется, что их 20. Вся техника в нашем проекте от компании Haier. Слева направо откроем? Давай. Ну давай. Что здесь, как думаешь? Там посудомоечная машина. Абсолютно верно. Одно очко Марии опять уходит. Здесь есть дополнительный отсек для столовых приборов. Также функция, технология AquaStop, никаких протечек не будет. Все классно. Варочная панель индукционная. Работает только с посудой. Если ребенок что-то даже... Сел. Она не будет с ним работать. Нет. Она поймет, что это ребенок. Да, съел. Конечно. И здесь вытяжка сверху, у нее фильтр закрыт стеклом, легко ухаживать, протер тряпкой, и все прекрасно. А всасывание идет по периметру. Ну и духовой шкаф. Здесь очень много режимов, и все они понятными пиктограммами обозначены на сенсорном экране. Здесь можно готовить на пару. Есть еще и вот такой вот противень для аэрогриля. Все есть. Здесь стиральная машина. Очень вместительная, классная. И мне нравится, что здесь есть функция освежить. Без воды и без стирального порошка. Просто паром. И достаешь свежую вещь. Прекрасно. Ну, а если из шкафа доносится свет и прохлада, значит, это холодильник. Посмотри, какой он вместительный, несмотря на то, что он встроенный. Потому что выбрали специально такую модель, которая на 20 сантиметров выше, чем стандартные встраиваемые холодильники. Много особенностей интересных есть. Например, вот полка для напитков, которую можно снимать и поставить сюда что-то более высокое. Здесь зона повышенной влажности. Ну и морозильная камера здесь тоже есть. Компактная, но вроде бы вместительная. Здесь спрятаны у нас коммуникации, а это полки для каких-то банок, круп и прочих продуктов. Отлично. Кладовку мы ликвидировали, а по факту она здесь и осталась. Да, получается так. Квартирный вопрос продолжает удивлять жителей Перми и ее окрестностей и удивляется сам.
Какие-то зайчики сидят, вижу. Кто-то явно здесь что-то мастерит. Никогда не знаешь, что найдешь за забором обычного загородного участка. У кого-то теплица с помидорами, а у кого-то столярное производство, где Илью с героями уже ждет декоратор Юлия Сластихина. Это наши герои. Нина, Сергей, Валентина. Первый уровень квеста благополучно пройден. Усложним игру. Нужно найти по цеху детали того, что мы будем сегодня собирать. Ищите, смотрите. Конусы. Вот, Сергей нашел конус. А вот что-то круглое? Нет, это нет, это холодно, вот холодно. Вот в пакете что-то. Вот это? Горячо, пакете. Горячо, отлично. Какие-то пуговки, глазки. А вот это нет? Покажите, Валентина, что там. Только не нажимайте какие-то... никакие красные кнопки. Нет, нет, не оно, не оно, не оно. Вот это? Нет. Вот где-то вот что-то здесь, да? Вот оно-то, оно на тебя смотрит. Вот на эту штуку? Ну вот ниже чуть-чуть. Вот на это? А вот, может быть, это лампочка? Вот, наконец, еще одна деталь найдена. И вот сюда. Это будет какой-то светильник, наверное. Ну, не факт. А вот это вот... Горячо, очень горячо. Не обожгись. Да нет, что это может быть? Лампа. Люстра какая-то. Лампа, люстра. И, Сергей, ваше финальное слово. Абажур. Да. Все правы. Да, все правы. Представляете, вы дали три разных ответа. Осветительный прибор. Осветительный прибор, да. Окончательный свет на эту загадку прольется позже, а пока сгустим тьму. Красим абажур в черный цвет. Мне нравится. Ну, смотря сколько его будет на кухне. Если она будет вся в этом свете. То вы откажетесь от участия в проекте. Все, давай я сейчас просто так пройдусь. Что называется, люди делают себе. Прокрашивают все очень тщательно, по несколько раз. А теперь надо подождать, чтобы высохло. Я заранее подготовила засечки на тех местах, где мы будем клеить наши полусферы. Они будут идти по каждой линии, которая нарисована. А что, если мы сделаем криво вот так? Задумано прямо. Будем стараться. Лазерный уровень облегчит задачу. Тонкая зеленая линия уверенно соединила засечку с точкой центра на вершине купола. Но предельная концентрация героям все-таки понадобилась. Не так-то просто, вращая не сам абажур, а только лист под ним, нанести по разметке точки приклеивания полусфер. Кто придумывал такие идеи с пупырышками с этим? Я. Как это называется? Нет. Нет? Давайте придумаем название. Может быть, это панцирь. Пырышки-пупырышки. Пырышки-пупырышки, так, неплохо. Космическая тарелка. Мне почему-то кажется, что у нас получился разный уровень вот этих верхних точек. В этом и суть хендмейда, да, ручной работы. Оправдаем нашу небрежность. Самое главное – вложить душу. Конечно. На следующем этапе главным инструментом становится суперклей. Необходимо закрепить по намеченным точкам 96 маленьких деревянных полусфер, тоже выкрашенных в черный цвет. У тебя так в голове это было задумано, как наши герои делают? Конечно. Да? Да, полностью. Где-то немножко не в ряд, да? Ну, в целом. Нет, самое главное, что в целом все выглядит красиво. Я вдохновлялась вашим интерьером. Больше она ничего сказать не может. Я и хотела спросить, что именно? Красиво. Да. И вот теперь можно включить свет. Шнур украсили деревянными конусами. Пока они не покрашены, но на кухне героев тоже будут черными. Что-то с космосом связано, необычное. Что вы представляете вокруг него? Какая мебель? Стол будет белым, а вот это что вот под ним отражалось? Какие стены? Там большие пупырышки будут, да? Мы снова на кухне Изотовых. Гладким пока еще стенам клеим плинтус из дюрополимера, серия «Квадрат». Ступенчатый карниз разбавил плавные линии углами в тех местах, где это не опасно. Всю лепнину покрасили в тон стенам. Перед приклеиванием плиток, отлитых в мастерской Альфиза Сабирова, стену нарезали сеткой для лучшей адгезии. Их тоже красим. Панно готово, но двум эстетам этого показалось мало. Отдельные фрагменты на избранных шишках Марии с Альфизом решили позолотить паталью. Ну, я бы добавила вот здесь вот. Почему не все в золото обращаем? Ну, мы эстеты. Клей. И... Немного ждем. Угу. Пока ждем, я хочу найти свою плиточку. Где она? С моей подписью КВ. Ну, вообще... Спилили, просто и выбросили. Спилили и выбросили? Нам нужно было присоединить вот ровным краем к плинтусу. Строители подумали, что это какая-то... Какая-то что, брак? Поэтому получилось то, что получилось. Что называется, похороните меня за плинтусом. У меня золото сыпется из рук. Не мое это все-таки.
жил крестьянином. А клей там точно был? Умру. А? Клей может, там точно был? Давайте я еще побольше клея нес. Мне кажется, как будто бы... Клея не жили. Клея нет. Почему мы плиткой всю стену не отделали? С Марией мы обсуждали и пришли к выводу, что надо плавно перейти от рельефа к стене. Воздушная такая история. И ты заметь, что это не центрованный рисунок, а он выходит как бы из стены и потом уходит в никуда. Наш мозг придумывает свою историю, угу, касаемо вот того, что здесь изображено. Не просто полотно, да, из плитки, да, да. Великая Пермская стена, то назовем ее так. Да. А что-то... Мы, то есть, оставляем полет мысли, что ли, угу, да, таким образом можно думать над хорошо этим. Хорошо. Нам чем-то потом еще лаком нужно будет по ней пройтись? Да, сейчас ждем, пока окончательно все высохнет и приклеится, угу, и дальше уже мы кисточкой смахнем лишнюю поталь, угу, уже. И будет готово. Розетки и выключатели турецкие в контрастных черных рамках. Зато диодные лампочки в своих гипсовых гнездах практически незаметны, пока их не включишь. Дизайн этих светильников разработан в Италии, а производят здесь, в Перми. Подвес, собранный героями, обзавелся компанией, и вся троица зависла в обеденной зоне. Стол – еще одно произведение пермского искусства. Стулья мягкие и удобные. Ну, наконец-то вся композиция заиграла, собралась, светильники нашли свое место над столом. Такой контраст у нас черный в интерьере получился. Да, у нас несколько черных деталей: светильники, стол, розетки, выключатели, ножки стульев. Они все очень деликатно вписываются в это пространство. Не перегружают, но дают какую-то вот изюминку. Да. А снизу открывается вид на вот эту медь, которая хорошо гармонирует с паталью. Это не похоже на светильники следователя, под которым вот так сидят и идет? Возможно, кстати, у меня есть к тебе дело. Мне опять нужно что-то устанавливать. Да. Светильники? Да. Куда? В стол. Мы не успели его подсветить и решили, что к приходу героев было бы классно, если бы нога заиграла новыми красками уже в... На двойном скотче. Да. Вы посмотрите, как просто можно удивить нынче. Есть! Это не стол, это теперь космический корабль, он сейчас взлетит, Маша. Да. Еще момент. Ну смотри. В темноте вообще круто, да. Какое-то нуарное настроение здесь появляется. Угу. А почему мы сразу свет диодной лентой не посветили? Когда мы приехали в цех осматривать готовый результат, стол стоял у нас на возвышенности. Рельеф был виден, а на полу нет. И потом уже поздно сообразили, что нужна была подсветка. Но вышли из этой ситуации тем, что сделали вот такие вот фонарики. Это наш местный пермский мастер, его зовут Григорий. Он так вдохновился, что попросил разрешения у Альфиза копировать вот, этот рисунок и изготовить вот такую вот составную ножку с вот этими элементами, частично их покрыв бронзой, и у нас такая игра получилась. Но есть одно но. Герои просили большой стол. Этот, кажется, меньше, чем был. Для жизни я считаю, что этот стол очень хорошо подходит. А для посиделок можно приносить тот стол, который был у героев, мы его оставили. Сидишь в компании со зверьем, усыпанный шишками, и смотришь за окно. Очень классная атмосфера. Еще и на мягких стульях. Мы заметили со съемочной группой вот такой вот, не знаю, пример пермской заботы. Заплатки. Это образец ткани для того, чтобы если стул повредился или нужно поменять обивку, чтобы можно было это отрезать, прийти в салон и решить свою проблему. Либо сделать заплатку, либо заказать новую ткань. Стулья как дорогое пальто. Отрезаем или оставляем это? Да я бы оставила. Мне кажется, это забавно. Окно с роскошным видом оформляем римской шторой с не менее роскошной бахромой. Карниз с ручным управлением. Телевизор, о котором просил Сергей, разместили на стене рядом с дверью. Чехол защитит пульт от грязи и попадания воды. На салфетках, вышитых Марией Коноваловой, экспериментальная керамика из Екатеринбурга. А этот светящийся арт-объект от Марии Коноваловой станет аттракционом «Найди лису». Немного зелени, и все готово. Ну все, дело в шляпе. Мария.
Образ собрался. Да, завершился проект под твоим руководством, под твоим авторским надзором. Шериф на месте, друзья. У нас все сложилось. У нас вон еще больше зверей появилось. Да, еще одна лиса. Загадка будет сосчитать лис. Прямо вот в этой коряге художница Мария вырезала ее в дереве. Отлично. Ее очень сложно найти, но если приглядеться, то можно. Салфеточки. Салфеточки тоже, да. Это как книга. Можно ее разобрать. Первая салфетка – это лиса. Жил-был лис. Да. Вторая – это ее хвост. Оторвал этого лиса хвост. Это шишка по мотивам стены нашей. Так. Упала шишка лису на голову. И выпали зерна из шишки. И выпали зубы у лисы. Ну ладно, зерна. Просто вот музей декоративно-прикладного искусства. Давай в квартире. Лису наверх положим. Да, лису наверх. Так. Мастерская керамики изготовила специально для этого проекта тарелки и вот такие интересные стаканчики с выемкой для пальцев. Действительно настоящий музей. Можно билеты продавать? А давай с тобой отрегулируем эту красивую штору, потому что взгляд мой не понимает, куда смотреть, за пределы окна или на красивую бахрому. Ну, я думаю, нужно сделать так, чтобы бахрома доходила до бровей. Вот так? Да. Посмотри, какой рисунок. Вот эти вот круги, они у нас есть. И вот в светильниках, и в наших замечательных горшках, которые сделаны по мотивам светильников. Они были слишком простые для этого проекта. И я привлекла мастера, который делала нам Юля светильники. И она еще добавила здесь цвета черного и вот эти вот крышки. Завязалось все в этом интерьере. Сегодня вообще чудесный день. Не только для героев, но и для тебя. У тебя сегодня день рождения, мы всей редакции тебя поздравляем с этим. Ого. И вручаем вот такой нежный букет. Спасибо большое. Олицетворение твоей красоты, твоего профессионализма. Сияй. И еще один подарок ждет тебя на улице. Еще один подарок? Да. Не автомобиль, не пермского производства. Мы вместе с тобой сейчас пойдем встречать героев. Я обычно делаю это один, но приглашаю тебя вместе со мной. Ничего себе. Квартирный вопрос завершил еще одну переделку в Перми. На этот раз кухня для семьи Изотовых. Рядом со мной автор проекта Мария Рапекта. А вот и наши герои. Вот это встречают нас, а? Так, итак. Пур лунда на йортис, Москва карнул исчез, перисчез и томмис, нывка из изоннис, выденет ламико пращам. Бедеметле и стампым юэр. Бедеметле. Так, эту традицию я знаю. Нужно Давай. Отрывать и кусать. Мне кажется, так. Надо было чуть-чуть кусать. Посолить. Сразу кусать? Не, надо сначала отрывать. Это ты со свадьбы не путай. Да, чуть-чуть, да. Расскажите, откуда вы такие красивые? Коми-перемяцкий округ. Мы коми-перемячки, коми-перемяки. Приехали сюда поддержать наших... землячек. Спасибо. Да-да-да. Спасибо вам. Это просто, не знаю, феерия. Спасибо. Мы еще можем с вами потанцевать ведь, да? Будем сейчас поздравлять с днем рождения. Спасибо. Алюлюшиче! Поздравляем тебя, Маша! Спасибо, Мария, большое! Это вам маленький презентик от нас. Спасибо большое! Днем рождения! Спасибо! Днем рождения! Поздравляем!
Поздравляю, Машенька. Такого дня рождения у меня еще не было. Спасибо вам большое за теплый прием. Вообще, Пермь на нас произвела неизгладимое положительное впечатление. Ну а вы готовы увидеть все? Да. Мы готовы. Очень волнуемся. Волнуйтесь. Пойдемте все это волнение прогонять. Все, вперед. А можно с музыкой, да? Смотри, она светлая вообще. Ух ты! Смотрите, мама! Даже не верится, что это наша как кухня. Красиво! Мы переживали после этой люстры, что здесь будет все черное. Я помню это переживание ваше. Здорово, слушайте. У меня даже сердце забилось. Это что вам туда перенесли все. Точно, раковина. Господи. Смотри, у нас здесь даже вот эти кашпо, они сделаны под эти люстры. Видите, такой, а бахрома. Бахрома какая. Какая? Мне вообще не верится, что это наша кухня. Да. Мама, ты же мечтала о такой плите индукционной, смотри. Да. Ой, а посмотри, тут же зеркало. Я даже не заметила сразу, что тут зеркало. Сколько места. Ой, и самое классное, что они прям до потолка, то есть очень места много. Ой, а здесь, наверное, где-то холодильник, да, спрятан? Холодильник где-то. Ого. Стиральная машинка. Мало того, это стиральная машина, это еще сушильный шкаф. Да вы что? Здесь одновременно несколько функций. Вы можете здесь и стирать машину, и освежать свои вещи, и сушить. Мама мне уже, наверное, год говорит о том, что мечтает. Она говорит, давайте на Новый год мы накопим денег и купим сушильную машину. Так, подожди, я подозреваю, что вот здесь. Подожди, Нина, мне кажется... Пацаны, мышцы! Это моя мечта! Господи! Как здорово! Для меня это вообще просто супер! Мне прям не верится. Еще и телевизор! Еще и захотела телевизор! Ой, а посмотрите, какая у стола подставка интересная. Это что-то типа звериного стиля, да, наверное? Или что? Нет, я вижу, это лисички? Лисички? Или это вот же они, лисички? То есть те самые лисички, которые мы обожаем. Ну, они так красиво сделаны, смотри. А, мам, смотри, салфетки даже в этом стиле, слушай. Слушай, это ручная работа, смотрите, вышивали крестиком. Какой из этих люстр мы делали с ними? Они угадаешь. Вот, они одинаковые. Которая самая косячная, да? Да, вот она. Вот это, да? Вот, да. Да, классно, вообще супер. Кстати, вот по поводу темы лисички. Мы недавно приехали с моря. Ага. И вы же помните, что у нас есть такая традиция, когда мы где-то бываем, мы всегда привозим на очередную статуэтку лисички. Конечно. Вот, мы были в Сочи и приехали как раз с очередным таким сувенирчиком, лисичка. Класс. Так что она будет... Я, кстати, думаю, что она даже может где-нибудь вписаться. Пожалуйста. Вот смотри, здесь. Какой цвет красивый. Ой, это стекло! Она настолько прозрачная, слушайте. Поздравляем вас, друзья, с переделкой! Спасибо! Это чудо! Внутри происходит что-то невероятное. Знаете, как это говорят, когда там бабочки в животе? Вот это то же самое. Никогда бы не подумала, что можно сделать такие шторы римские. И так это может классно сочетаться на кухне. Круто. Мне кажется, вы вообще какие-то волшебники. Мне все нравится. Люстры, стол. Вот прям как будто вот писали заявки, и все это выполнено, как будто и надо. Очень красиво все. Мне нравится и вот этот коричневый, и черный, и все детали, которые продуманы. Очень все классно. Прям. Ну, кухня очень светлая получилась. Угу. Точно, кстати, да, много света, да, теперь кажется? Не хотелось, чтобы белый. Светильник очень интересный, странный, конечно. Странный, но тоже оригинальный. Угу. Присутствие лис, оно не навязчивое, но при этом оно создает такую какую-то изюминку на кухне. Тем более, что мы любим лисичек, и поэтому, мне кажется, это идеально, что они теперь еще и есть на кухне. Видно, что это ручная работа. И представляете, вот нужно же было это придумать и создать. Очень гармонично смотрится и вот придает какую-то такую свою фишку этой кухне. Раньше мойка нужна была посуду мыть и смотреть в окно. Сейчас уже это не постоишь, не помоешь, не полюбуешься. Нет, ну почему? Все равно иногда же раковины мы будем пользоваться. Только когда кушаешь. Никаких острых углов нет. Да, кстати, точно. Все очень прям так. И, кстати, важно, что мы хотели, чтобы не было плитки на полу, потому что я все время боялась, что маленький ребенок, чтобы ножки не замерзли и там головой не ударилась. И пол, кстати, тоже очень продуманно. Вот Мария, конечно... Просто плюсик в карму. Когда мы заехали в эту квартиру, мы первый месяц жили только на кухне. Теперь, мне кажется, после
этого переезда мы здесь снова будем жить. Месяц на кухне. Месяц на кухне. Она стала такая уютная, домашняя, теплая. Здесь хочется проводить время. Здесь хочется быть.